собравшихся. Я являюсь собственником земельного участка, расположенного по адресу Ольховая 1А. Рассматриваемый земельный участок находится на территориальной зоне Ж4. Зона застройки жилыми домами, смешанные этажи. Указанная территориальная зона присвоена территории, на которой расположен участок, решением городской думы города Вологды номер 299 от 26.03.2015 года. Так как первоначально данный земельный участок мною приобретался в зоне территориальной зоне Ж1, малоэтажные жилые дома, то в соответствии с правилами землепользования и застройки города Вологды на данном участке был построен объект, исходя из нормативов, предусмотренных для малоэтажных жилых домов, то есть исходя из максимального процента застройки 50%. В связи с тем, что на текущий момент земельный участок имеет вид разрешенного использования среднеэтажные жилые дома, для которых максимальный процент застройки установлен 35%, на данные публичные слушания выносится вопрос о увеличении максимального процента застройки до 50% и тем самым приведении в соответствии фактической застройки с правилами землепользования и земли застройки города Вологды на текущий момент. Так, молодой человек, а вы вчера неправильно информируете аудиторию. У вас там застроено 90%. Там же Логина, там же участочек вот эти 90%. А рядышком идет просто проезд на Ольховую. Вы здесь информируете. Сейчас речь идет об участке. Я говорю об этом участке и говорю. Вы даже все вы световые передвинули на улицу Ольхову, потому что вам места мало. Сейчас участок. Площадь участка составляет 1270 квадратных метров. Площадь застройки составляет 500 квадратных метров. В которую сторону? Если у вас все включено. Это площадь не бывает в сторону. А зачем вы световые столбы берете? Там Ольховый переулок проходит. Правильно, там Ольховый переулок. Вы его что ли берете? Проезд на Ольховый переулок. Да. А так улица, покажите нам еще координацию. Данному дому также принадлежит территория из земельного участка в размере 300. Он расположен через переулок. Территория переулка никоим образом не затрагивается. Нет, дело в том, что как вы собираетесь, значит, идет быстроходная, пожарная, скорая, милицейская машина. Вы выходите, значит, ребенок маленький выбегает из подъезда, небольшой тротуарчик, идет заезд на Ольховый переулок. Я хочу сказать, что сейчас проходит слушание по центру застройки. Другие это вопросы, и спрашивается вопрос. Вот вопросы возникают по ходу. Вопросы по ходу дела вы можете обсудить после застройщика. Вот. Где документы? Покажите, пожалуйста. Вы можете обратиться в офис застройщика, и там вам все предоставят. Скажите, пожалуйста, объект уже введен в эксплуатацию? Да. То есть получено разрешение на ввод в эксплуатацию? Там площадки нет. А кем оно выдано? У нас только один орган. Главой города Вологды? Это имеет отношение к проценту застройки сейчас? Да. Ну, непосредственно. То есть объект построен или нет? Так прямое. А выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, который занимает именно 500 квадратных метров? Конечно. А сейчас у нас вы легитимизируете? Вы просто не изучили документы. Нет, мы... Сейчас мы перенесем. Вопросы еще есть? Вопросов нет. Тогда спасибо большое.